Шквал критики у бизнесменов Юга вызывают действия монополистов. Требование 100% предоплаты за электроэнергию, по их словам, тормозит развитие предприятий. Бизнесменов поддерживают и члены Совета по защите прав предпринимателей. Мало того, такие взимания незаконны, уверен Гани Касымов. Люди почему должны страдать? Да, для кого-то это может быть незаметные суммы и незаметный объем по предоплате, который установили, если большие оборотные средства. А это средний, а малый бизнес. Подобные проблемы возникали и у бизнесмена восточно-казахстанской и костанайской областей. Там на защиту предпринимателей встали местные антимонопольные инспекции и предоплату отменили, в то время как южно-казахстанские инспекторы бездействуют. Предоплата за потребление энергии считается незаконной, о ней нигде в Гражданском кодексе не говорится. Нет этого условия в договорах, но в договоре есть непонятная фраза «расчет по первым числам». Расчет – это не оплата. Мы в своем предписании поручили, чтобы они все точно сформулировали. Но в договоре «Онтустык Транзит Жарык» нет ни слова про предоплату, поэтому мы его и зарегистрировали. Впрочем, южно-казахстанская антимонопольная инспекция считает, что все еще можно исправить. Они призывают бизнесменов обращаться с жалобами на действия монополистов, как энергетиков, так и поставщиков газа, если те будут требовать предоплату. Незаконные требования всегда можно обжаловать в суде. Члены совета также рассмотрели жалобу предпринимателей на трудности при оформлении земельных участков и другие вопросы. По всем проблемам были проведены консультации и предложения будут отправлены в соответствующие органы. Данияр Худайбергенов, Амантай Ульбеков, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».